В Тверском областном суде продолжились исследования доказательств обвинения по делу жителя поселка Оленина Тверской области Александра Чижова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженным с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера. Жертвой Чижова стала 24-летняя тверетянка Анастасия Семенова. Сначала Чижов жестоко избил девушку, сломал ей ногами ребра, затем 46 раз ударил отверткой, а после задушил брюками. Кроме того, Чижов признался, что изнасиловал Анастасию. Я бы хотел, чтобы он всю жизнь вспоминал вот эти вот последние минуты. Он видел последние минуты моей внучки, да? И пусть он вспоминает об этом. Пусть, если ему это было приятно, пусть он радуется вот этими моментами последними. Пусть он знает, что он уже больше воли не увидит и никому больно не сделает. Этот год с момента задержания мать Насти Лариса так и не услышала от Чижова слова покаяния. В суд она пришла как на казнь. Вновь увидеть того, кто отобрал у нее дочь. Отобрал зверски. Это очень страшно. Я не хочу ни видеть, ни слышать этого человека. Мне очень страшно, нервно. И я не знаю, как пройдет сегодняшний день этот. Очень тяжело. Я учился в Москве на милиционера. Я вот представляю, что бы было, если бы он выучился на милиционера. Он бы ходил, бы убивал, сам бы расследовал. Вот это было бы очень жутко. На первом судебном заседании Чижов все-таки сказал слова покаяния. Что чувствуете после этого? Вы спокойны? Нет. Вы переживаете, вы раскаиваетесь? Конечно. Ничего такого. Почему я говорю «конечно»? Конечно. А за что вообще? За что? Могу сказать только, что так получилось. И вину свою признаю, приношу извинения. Соболезнования? Нет, я не буду принимать никакие извинения. Я только увидела, мне плохо уже стало. Нет. Он отобрал у меня все, что у меня было. Теперь у меня ничего нет. 12 июля, в годовщину гибели дочери, Лариса вновь приезжала на родину Оленина, чтобы установить на могилу Насти памятник. Отправиться от гибели единственного ребенка Лариса так и не смогла. Живет воспоминаниями и надеждой, что Чижов пожизненно лишится свободы.